здравствуйте, вы не могли бы ко мне приехать? А то я заболела. Могу. Но еще болит. Что болит? Присесть, да. Вау! А как вас, Адам? А как вам имя? Наталья Николаевна. Ясно. Все, это еще я. Угу. Что вам будет? У меня болит спинка, я же вам звонила, говорила, и горлышко у меня болит еще. У вас все болит? Все болит. А что это раз ножик-то? Что вы хотите делать-то? Ну что? Иди, тварь! Сейчас я вам дам это таблетки. А чего они, таблетки-то? Таблетки. Вода таблетки. А что они лечат, таблетки? Таблетки. Такое, которое нужно. Которое такой вот. Все, я выпила, спасибо. Не. Еще туда воду нет. Доктор, вы что такое занесете? Несете таблетки. Бабушке? Да. А сколько капель надо принимать? 7. 7 чего? Это 2. 2 раза в день? Да. Утром и вечером? Да. А если она не захочет, скажет, что оно горькое, ей вот не нравится, что тогда делать? Что, лечить? Лечить, понятно. Главное, чтобы пациент захотел. Что, кушать? Ой, горько. Горькое. Оно полезно. Утром и вечером. А то будет. Так нужно болеть. Оно на таблетке. На таблетке. Вы написали мне, да? Да, написали. На таблетке такие очень полезные. Это слова. Микробы посмотрят. Там микробы. Микробы? Да. Ну, почему где? А то я вас ногаю. Хорошо. Там микробы. Микробы тоже? Да. А почему? Потому что я испугалась. Потому что там микробы. Ой, так страшно. Правой ручкой я. Правой. Ну, я... Это левая. С мылом начищу. С мылом. Mm. Вот. Хорошо. Там это нужно чистить юбки. Хорошо. Так, давайте вот. Ну, мы не чистим. Все, красное, нет? Классный. Сейчас нужно чистить юбки. Ласкать горло. Ласкать голову. И еще нужно пасту и чистить зубки. Вот. И написано. А то нужно чистить зубки, а то я вам долгаю. Хорошо. Надо кричить. Я ругаюсь, и прямо давай не чистить зубки. Ой, боже. Какой злой доктор-то.